Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому. Яблуко, хліб з сиром чи авокадо? Що б ви обрали, намагаючись схуднути? Дієтологиня Світлана Фус запевняє, що найголовніше – це баланс. Адже жорсткі і безпідставні обмеження можуть позбавити нас багатьох корисних речовин, які ми отримуємо з їжі. Чи можна їсти хліб людині, яка худне? От хліба поправляється тільки в тому випадку, якщо його багато, якщо він зготовлений із білої муки, вот, і якщо на нього намазати масло. Хліб відноситься до розряду складних вуглеводів, він має бути якийсь із цільного зерна, тому що в цільному зерні зберігається більше вітамінів, мінералів, там є клітчатка, яка необхідна для того, щоб організм наш працював добре. Да? Вот ця частина вуглеводна, яка має складати, там, я не знаю, 4 грами на кілограм маси тіла, це достатньо велике кількість вуглеводів. Вот хліб, входящий в эту дозу, он не будет никоим образом влиять на человеческий организм, если нету каких-то определенных проблем с усвоением хлеба. Например, есть люди, у которых есть глютеновая непереносимость. Чи правда, що будь-яка кількість цукру завдає непоправної шкоди здоров'ю? Сахар – это на самом деле белая смерть. Как бы это выражение уже не стало таким клише и назойливым, да, что сахар – белая смерть, соль – белая смерть, все – белая смерть. Сахар сейчас достаточно регулярно и широко очень используется в пищевой промышленности и в тех продуктах питания, которые мы едим и покупаем уже в готовом виде. И все кондитерские изделия, безусловно, содержат сахар. В некоторые соусы содержат сахар. Ему приписывают достаточно большие проблемы, связанные с кожей, с коллагеном, преждевременным старением, с развитием ожирения, ну и так далее. Да. То есть очень много последствий избыточного употребления. Сахара. Я когда рекомендую людям уменьшать там, или нормализовывать свое питание, я сахар убираю всегда. Но это не исключает того, что если, например, мы готовим сырники, что мы не можем положить там, чайную ложку сахара на полкилограмма творога. Глюкоза и фруктоза, которые входят в состав сахара, они у нас точно так же есть и в других продуктах. И поэтому всегда продукты, которые их содержат, вот эту глюкозу и фруктозу, они обязательно дозируются. Чи можна набрати вагу, вживаючи багато фруктів? С количеством фруктов, сухофруктов и меда, именно как источниками натуральной, хорошей глюкозы и фруктозы, да, то есть нужно быть тоже осторожным. Есть конституциональный тип людей, которые могут есть и сладкое, по большому счету, и не очень сильно от этого поправляться до определенного возраста. Но есть люди определенной конституции, для которых любое количество фруктов, ли, там, сухофруктов, ли, сахара, ли, всегда влечет там, или молочных продуктов, которые содержат лактозу, молочный сахар, всегда приводит к тому, что у этих людей начинает постепенно нарастать масса тела. Поэтому здесь как бы палка двух концов. Да? То есть вроде бы фрукты и полезны, и можно кушать, но когда они кушаются в больших количествах, они могут точно так же приводить к накоплению избыточного жира. Чи треба відмовлятися від продуктів, які містять глютен або лактозу? Ничего убирать из рациона, предпринимать каких-то попыток самостоятельно, не имея на то оснований, по большому счету не имеет смысла. Потому что человек может таким образом лишить себя очень многих продуктов, которые несут на себе достаточно большое количество полезных веществ. Можно обратиться к диетологу, выяснить с ним какие-то моменты. После того, если диетолог будет считать, что нужно сделать дополнительное исследование, сделать эти исследования и после этого составлять уже свой рацион с точки зрения наличия тех или иных непереносимостей. У нас в питанні дуже багато продуктів можна друг другом заміняти. Вершкове масло шкідливе? Ні, це просто, знаєте, є люди, які кушають тоненький хліб, тоненький кусочок хліба з таким толстим слоєм сливочного масла. Це говорить о поступлении жира в наш організм, да, і просто делает нашу пищу більш калорійним. Хліб з маслом съесть можна, і можна масло положить в кашу, і масло вообще можна использовать. В маслі сливочном очень много полезных веществ, которые, кроме того, что там есть насыщенные жирные кислоты, там есть еще жирорастворимые витамины, там биологически активные вещества. То есть, если масло качественное, хорошее, то это очень полезный продукт питания. Другое дело, что его нельзя есть полпачки. Вот, его можно съедать там, 5, 10, 15 граммов максимум в сутки, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Обезжиренные диеты приводят к тому, что у нас у большей части населения, которые придерживаются этих диет, начинают пропадать там, у женщин месячные, развиваться бесплодие. Да? То есть, очень много проблем с этим. Остеопорозы развиваются, потому что холестерин, который содержит, входит в состав холестерин-содержащих продуктов питания, он участвует в синтезе женских и мужских половых гормонов и, например, в синтезе витамина D. Чи варто їсти сало?
Человек может в этот день не есть сливочное масло или съесть не очень жирные молочные продукты. И тогда кусочек сала, который человек хочет съесть, он может его съесть. Ну, где-то там грамм 20, может быть, там до 30 грамм. И даже если учитывать, что из общего количества жиров у нас должно поступить, например, там где-то грамм жира на килограмм массы тела, а это для среднего человека грамм 60, например, да, то где-то 10%, 6 граммов жира, может быть насыщенных жиров. То есть так считается, да. Вот в последнее время, что доля вот этих жиров, которые содержатся в сале, в сливочном масле, их доля должна быть очень небольшая. Я несколько с этим не согласна, потому что понимаю роль этих жиров в нашем рационе. И поэтому сало, оно содержит, кроме вот этого насыщенного жира, который может нести и угрозу для человеческого организма, сало содержит еще и полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть, например, в растительном масле, вот такого плана масла, как там оливковое, или омега-3 жирные кислоты такого плана, как льняное масло. В сале в толстом таком, где-то около 9 сантиметров толщиной, его проверяли на содержание селена. Так вот, в этом сале содержится селен. Такой элемент важный, как антиоксидант, мощный достаточно. Чи буває здорове харчування без авокадо і насіння чія? На самом деле нету одного продукта питания, который бы мог спасти все человечество. Самое главное – это баланс. Потому что те жирные кислоты, которые содержатся в авокадо, они есть, например, в оливковом масле. Те пищевые волокна, которые в нем содержатся, они есть в других продуктах питания. Я знаю людей, у которых есть аллергическая реакция на авокадо. Так теперь что? Им погибнуть, да? не употребляя авокадо? На самом деле тут вопрос очень спекулятивный. Вот если появляется какой-то продукт, которому приписывают чудодейственные свойства. Я открываю его химический состав, открываю химический состав аналогов и совершенно четко понимаю, что, ну вот, например, там семена чиа, да, замечательные семена, ничего против них не имею, но это практически те же по составу семена, как и семена льна. Другое дело, что, например, семена чиа, они обладают большим желирующим свойством, и их очень удобно применять в кулинарии. А можно кисточку, хоть раз на месяц? В нашей жизни можно раз в месяц или раз в неделю съесть все, что угодно. Пельмени, вареники, торт, кусок. Самое главное, чтобы базовое питание, которое у нас есть рутинное, ежедневное, оно включало в себя практически до, ну, больше чем 90% нормальной, здоровой еды, которая является основой нашего рациона. Знати правду не соромно. Дізнайся більше в програмі «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо.